Настало наше время любить, быть любимыми, богатыми, красивыми, здоровыми. Любимые женщины, дорогие мои женщины, постарайтесь, пожалуйста, немножко по-другому в этом году смотреть на своих мужчин. Это не самое худшее, что у вас есть. Они маленькие дети, мы привыкли к этому, но они большие умницы. Им сегодня очень сложно следить не только за нашим настроением и за нашими желаниями, но и за политическими графиками подъема и опускания валют. Давайте мы им поможем. Создадим дома уют, тишину, порядок и красоту. Давайте сделаем домашний очаг таким, чтобы наши мужчины бежали к нам, сломя голову, и забыли о своей работе после 6. Дорогие мужчины, мы самое лучшее, что у вас есть. То, чего вы добились только благодаря тем женщинам, которые находятся рядом с вами. Цените, уважайте, берегите нас, покупайте нам дорогие подарки. Золото, бриллианты мы любим, но цветы, подснежники и ландыши нас удивляют гораздо больше, чем дорогие машины. Успехов вам, все получится. Мы действительно сегодня находимся на пороге исторических перемен. Да, в нашей стране и в мире все меняется. Меняется экономика, меняется политика, меняется структура власти вообще. В России это будет заметно. В ближайшие 3 месяца просто немножко-немножко понаблюдайте и потерпите. Потом станет немножко легче. Мы не раз проходили такие обстоятельства. У нас есть сила духа. У нас, у русского народа, есть самое нелогичное – наша душа. И мы сможем справиться с любой ситуацией тогда, когда мы будем вместе. Поэтому давайте поможем друг другу, объединимся, и фермеры начнут изготавливать лучшие продукты, которые они умеют, а мы их будем просто покупать и брать. Мы можем справиться без ограничено каких-либо товаров. У нас есть самое лучшее, хорошо там, где мы есть. И не обращайте внимания, какая коза придет к вам в этом году, зеленая, синяя, красная, деревянная. Козе в доме не место. Мы живем немножко по-другому. Не на это надо обращать внимание, а на то, какие люди входят в твой дом, насколько вы можете создать уют и красоту, и какие у вас будут пельмени, борщи, супы, оладьи или блины. Придумывайте новые блюда, придумывайте традиции, обратите внимание на детей. Им сегодня будет очень необходимо внимание родителей. Давайте вместе с ними играть, давайте научим наших детей ориентироваться в пространстве. А дети, любимые, обожаемые, иногда хочется вам так дать подзатыльник, чтобы вы бросили эти гаджеты, бросили эти телефоны и посмотрели на нас другими глазами. Давайте играть в салочки, в прятки, в прыгалки. Быть ближе к друг другу – это год семьи. Именно эти трудности, они нас объединяют, а не разъединяют. Начинаем праздновать Новый год! Каждый бежит за шампанским и наливает, загадывает традиционное желание, сжигает его в фужере и выпивает до дна своего счастья, своей любви, своего наслаждения. Всех благ и здравия! С Новым годом! У-у-у!